Антон Юрьевич, как обстановка у нас в вашем личном пространстве, потому что у нас был центральный вопрос, готова, не готова семья переезжать в Санкт-Петербург? Да, был такой вопрос, поэтому смотрите, город красивый, большой, потенциальный, что прям очень не нравится, да, вызов такой серьезный. Но семьей были неоднократно, смотрели новостройки, так как здесь мы живем в доме, даже я думаю, ну все-таки, наверное, лучше дом посмотреть, все-таки жене может это зайти. Вот, но пока решение не принято, больше нет, чем да. Вот, то, что касается работы, ну, однозначно много делаем, что-то получается, что-то не получается. Видно это по результатам, да, даже иногда кажется, что многое не получается, но стараемся. Поэтому сейчас по переезду пока не готов однозначно дать ответ, но семья пока сопротивляется. Возможно, ключевое слово «пока». Ну, Антон Юрьевич, мы там изначально договаривались, что вы у нас там временно все это дело наладите, да? То есть уже временно затянулось, по-моему, на полгода, да, если не ошибаюсь? 7 месяцев. На 7 месяцев, да, уже. Вот. То, что семья не хочет приезжать, я считаю, это важный фактор. Вот. Но одно время, вот вы там косвенно сказали, что-то получается, что-то не получается. Одно время мне казалось, что что-то не получается. Но могу сказать, что последнее, где-то вот, в феврале точно, я вижу положительную динамику. Вижу, как ситуация меняется. Потому что управление такая вещь, инерция большая. Чтобы что-то исправить, изменить, это ну, вот реально полгода, 8 месяцев надо. И вот сейчас, мне кажется, идут вот первые результаты, ну вот настоящие уже. Вот поэтому я предлагаю минимум еще второй квартал вам там остаться, да, потому что вот только-только все формируется как надо. Я считаю, может быть и дольше, если все получится. Да. Если даже не получится, в любом случае сохранить курирование, потому что здесь мы тоже ждем в центральном офисе. У нас мы как и договаривались, да, что нам такие сильные управленцы нужны, безусловно. Вот. Также предлагаю как можно быстрее открыть второй офис, потому что это давно там назрела необходимость. Мне кажется, это вопрос просто уже надо быстрее нам сделать. Вот. Также я вижу, что у нас там сильный HR-директор сейчас. И улучшается ситуация по всем другим департаментам, там изменения проводите. Вот. Конъюнктура рынка неплохая, тоже в целом, безусловно. Вот поэтому ну, вроде все, там, я смотрю, уже февраль неплохая динамика, март там ожидается уже там совсем благоприятно. То есть вот-вот-вот, что называется, ну пошло, да. Вот поэтому давайте, я думаю, там одно время я не буду отрицать, и вы это знаете, мне казалось, что что-то там не то, да? Но сейчас я считаю, все там то будет. Все будет нормально. Вот. А что касается супруги, то есть, конечно, ну, я думаю, что она должна чувствовать, насколько вы важны для коллектива. Там, да, там, ну, я знаю, что у вас очень сильная репутация положительная. Да, видно, что вы работаете много. Кстати, это не совсем правильно, с 7 утра до 10 вечера каждый день работать. Я все-таки советую тут поаккуратнее с этим делом. Вот, поэтому давайте так договоримся, что да, мы все и там понимаем, что вы, возможно, временно, но вы очень качественно делаете свою работу. Мы там ищем нового директора, или, может быть, если вопрос закроется, там супруга и не ищем даже. Вот, поэтому в этом формате вот, возьмем его за основу. Вам сейчас хорошо отдохнуть. Я знаю, что вы в отпуск уезжаете, да? Сегодня, да? Завтра? Нет, это будет во вторник, с Екатеринбурга. Буду не на связи. Все, понял. Вот, 10 марта я буду сам в Питере. 10-11 планирую. Угу. Там тоже побуду, посмотрю, что и как, да. Но в целом, давайте вот такой базовый формат, мы будем считать, что договорились. Принято.